Hello, друзья! С вами снова я, Олег Филимонов, и в эфире передача «Джентльмен Шоу». Мне часто задают такой вопрос: может ли комик быть мэром? Нет! Он сейчас занят, он президент, поэтому он и предложил мне попробоваться в этой должности. Итак, почему именно я кандидат в мэры, а не кто-то другой? Отвечаю, Жванецкий сейчас занят, Жорик Делиев тоже, а еще один одесский комик Леша Гончаренко баллотируется таки, но совершенно в другом городе. Как говорится, удачи и флаг ему в руки. Кто-то скажет, что Зеленский выбрал хоть и новое, но не такое уж и молодое лицо. Это да, но, ребята, по сравнению с Кравчуком, которого назначили главным по Минску, так я вообще пацан. Возможно, как и в Киеве, многие одесситы хотят видеть на посту мэра женщину. Для меня это не проблема. Могу и в женщину переодеться. Конечно, в Одессе есть много проблем. И одна из них звучит так. Почему Олег Филимонов до сих пор не мэр Одессы? Так давайте уже решать эту проблему. По этому поводу анекдот. Сидят как-то в яме еврей, украинец и русский. И тут подходит к ним Филимонов и сверху так в яму кричит: не переживайте, вот выберут меня мэром, все ямы залатают. Значит, что я сделаю первым делом? Чтобы одесситы начали носить маски, я запрещу ношение масок в Одессе. Они послушают и сделают наоборот. Я знаю эту публику, с ними по-другому ж нельзя. Дальше, если я стану мэром, проезд в общественном транспорте будет бесплатным. Поверьте, 10 гривен это даром. И еще, одесситы не будут платить за коммуналку, потому что одесситы никогда ничего никому не должны. Это не обещание, я просто констатирую факт. Дальше. Я не буду назначать на должности своих кумовей, потому что у евреев кумовей не бывает. И пару слов о футболе. Я обещаю возродить футбольный клуб «Черноморец». Как и в партию «Слуга народа», я буду набирать исключительно новые лица, до этого никак не замеченные в футболе. И в завершении, друзья, Одесса для меня действительно как мама. А для мамы главное что? Чтобы сын хорошо покушал. Поэтому я обещаю, как только я стану мэром, я буду хорошо, в смысле, вы будете хорошо кушать. И самое главное, при Филимонове в Одессе все окна будут с видом на хорошую жизнь, чего я нам всем и желаю. С превеликим, ключевое слово превеликим, удовольствием. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Каждый подписавшийся получит плюс 100-500 в карму. Короче, выбирать тебе, в карму или в дыню.